В Германии сразу 8 аэропортов объявят забастовку. Сейчас бастуют 5, в том числе Штутгарт, Дюссельдорф и Кёльн. Во вторник к ней присоединится самый крупный аэропорт страны во Франкфурте на Майне. Кроме того, профсоюз призывает поддержать стачку Лейпциг, Дрезден и Эрфурт. Для сотрудника безопасности требуют единого размера оплаты труда – 20 евро в час. Но сейчас оклад зависит от региона и от того, чем именно занимается работник. На прошлой неделе из-за забастовки были отменены более 500 рейсов. Пострадали 110 тысяч пассажиров. Следующий раунд переговоров с работодателями назначен на 23 января.